Ради гвардата фаусте вербах! Бронированный кулак Абвера прорвется через Кавказские горы к бакинской нефти. Так сказал наш фюрер. Внимание! Нашему фюреру самый лакомый кусок этого необычного торта. Баку многим не дает покоя. Спецгруппа Абвера Вартбург обосновалась в районе Нальчика. Но ты хорошо знаешь, что такое Вартбург. Работа нам прибавится. Да, прибавится. И учти, некоторые круги на Западе придумали довольно хитрый план. Под видом помощи нам они рассчитывают заполучить бакинские нефтепромыслы. В случае опасности, чтобы нефть не досталась гитлеровцам, они предлагают взорвать город. Взорвать? Никогда нужна нефть, нужна больше, чем хлеб. Нефтяник Баку, каждая капля нефти, добытая тобой сверх плана, это удар по врагу, смерть фашистским оккупантам. Что, опять? Какой город сегодня оставили? Торчишь здесь, смена начинается, иди скорей, а я дочку провожу и приду. Доченька, возвращайся с победой. До свидания, отец. Мама, идем скорей. Береги себя, Салмаз. Бежи почаще, доченька. Все для фронта, все для победы. Эта война – война моторов. День и ночь героические нефтяники Баку отправляют на фронт беспрерывный поток горючего. Гитлеровские стервятники выводят из строя дороги, разрушают мосты. Die hitlerischen Aasgeier haben die Wege zerstört, die Brücken gesprengt. Was tun? Положение тяжелое, но бакинцы нашли выход. Я возьму Баку. Баку – Баку это нефть. Баку – это кровь, пульсирующая в артериях войны.
Вентиль! Пустить нефть! Спецгруппа Абвера Вартбург обосновалась в районе Нальчика. Работа нам прибавится. Да, прибавится. В Москве мне сообщили, что Шахмарбек направляется в Вартбург в распоряжение майора Штеллингера. Этот Шахмарбек, бывший нефтепромышленник, еще до революции имел счета в швейцарских банках. Да, старые леса. А вот с ним рядом ага Салим Салимов. Он в 18-м году хвостом вертел перед интервентами. Да так и жизнь закончил, как собака. Немцы обещали в награду Шахмарбеку сделать его хозяином Баку. Ловко придумали. Майор Штеллингер. Так просто его не возьмешь. Разрешите, товарищ полковник? Кури, кури. Что-нибудь известно о нашем связном, посланном в Вартбург? Да, товарищ полковник. Наш самолет сбит под Моздоком. Сбит? Только что сообщил мне об этом майор Агаев. Агаева, из-под земли достаньте. Я здесь, товарищ полковник. Мы сделали все возможное. Что сделали? Двое погибли в горах, не дойдя до Вартбурга. Третьего сбили. Я вас отстраняю от дела. Идите. Алеша, хоть в лепешку расшибись, но мы должны выйти на Штеллингера, выйти на Вартбург. Вартбург нацелен на Баку. Беспощадно не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу, вольно или невольно. Знаешь, чьи это слова? Еще немного, а там уж попируем. Вот увидишь, как нас встретят. Кто это нас встретит? Как кто? Моя жена, дети, отец барана зарежет. Ладно, хватит болтать. На, нельзя же не выпить на радости, что живыми вернулись. А вы из окружения?
Да нет, не военный я. Просто в сапогах удобней. И куда идете? В Баку. А чего же не в армии? А? Просился, да не взяли. Легкие у меня слабые, понимаешь? За мной! Быстрее! Ущелье! Скорей! На ту сторону! Ущелье! Бегите, если хотите жить! Говорю, приказываю! Помоги мне! Танки! Быстрее! Назад, осторожней, взорвутся! На! Держи! Живее, ребята! Хватит! Опускай, ребята! Снаряд! Где Азат? Сержант. Держись крепче. Потерпи. Сержант. Терпи, старшина. Немного осталось. Сейчас вы согреетесь. Большое спасибо. Для тяжелораненых будут подводы. Остальные пусть сами идут на вокзал. Ваши документы. Иван Карлович, да он же человека из-под огня вынес. Покажите документы. Из какой части? Я эвакуированный инженер. Так, Каштанов Василий Васильевич. Выпейте. Погодка не для меня. Ничего, не унывайте, друг. Баку это солнце, много солнца. Начальнику санитарного поезда. Денька через два, может быть, через три. Доберетесь до Баку. Солнце и доктора поставят вас на ноги. А как же вы? Немцы рядом? Спасибо за раненого. Ну, поправляйся, друг. Василий Васильевич. Да.
Вот адрес. Моего отца все знают. Спасибо, Салмаз. До свидания. До свидания. На операционный стол. Что это? Иван Карлович, немцы! Иди скорее к вокзалу. Нет. Приказываю тебе. Уходи! А как же раненые? Останутся одни? Я буду с ними. Не теряй времени, а то поздно будет. Уходи! Уходи отсюда! Прошу. С приездом, Шахмарбек, на ваш родной Кавказ. Спасибо. У Пушкина кажется так. Кавказ надо мною. Подо мною, один в вышине. Да-да, великолепно сказано. Кавказ подо мною. Что ж, а теперь он у ваших ног. Тоже неплохо, а? Тем более, что вам не придется здесь скучать. Есть особый приказ. Это о пленных кавказцах-мусульманах, я знаю. В 3 километрах отсюда находится лагерь. Но кавказцы под сильным влиянием большевиков, как и русские. Они объявляют голодовку, устраивают побеги. Кое-кто предпочитает уйти из мира сего. Слепцы! Наш фюрер хочет видеть Кавказ навсегда свободным от большевиков. Мы никогда не забудем этого и вечно будем молиться за него. Да хранит его Аллах. И Магомед его пророк. Кажется, ваш пророк не очень-то любит, когда мусульмане пьют. Лишь тогда, когда мусульмане служат дьяволу. Не сомневаюсь, дорогой Шахмарбек. Что вы откроете глаза этим, как вы сказали? Слепцам. Да-да, слепцам. Только не забывайте, майор, Кавказ — это бочка с порохом. В мгновение все может взлететь. Приказ фюрера — сохранить Баку для Германии. Проходи. Проходи. Предъяви пропуск. Сколько раз можно предъявлять? Пропуск? На, смотри. Пускай, ты же знаешь Абдулла, меня. Не задерживай. Проходи. Проходи. Пожалуйста. Пропуск. Товарищ Каштанов, до сих пор танков не отправили. Василий подожди, в диспетчерской сейчас приду. Здравствуйте. Василий Васильевич, вчера вы не пришли, сегодня не брит, а мне ваши фотографии для нас не подчеркнули. Фотографии не до этого, сама видишь, некогда. Василий Васильевич, подпишите, пожалуйста. Что там у тебя? Спасибо. Ага. Погрузку рабочие закончили. Это подпишите наряд. Обращайтесь, товарищ. Ну, подпишите. Василий Васильевич! Василий Васильевич, мы же выходим из графика. Товарищ Каштанов! Одну минуточку, сейчас приду.
Я помню, помню про вас. Не волнуйтесь, сейчас отправлю. Товарищ Каштанов! Да-да, иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-нибудь случилось? Танкер «Чайка» час тому назад пошел ко дну. А? Потоплен с воздуха. 5000 штук. Да, нового, высокооктанового горючего. Так-то мы выполняем приказ Комитета обороны, товарищ Мамедов. Алексей Степанович, люди сутками не уходят из порта. Вы же это знаете. Знаю, успокойся. Возьми себя в руки. Покажи мне список тех, кто знал маршрут танкера. Боже мой, что с вами сделали? Все цвета радуги. Азат Курбанов, командир взвода. Был контужен, потерял сознание. Попал в плен. Сколько можно говорить одно и то же? Будьте же, наконец, благоразумны. Не мучайте меня. Лучше убейте. Вы очень кстати. Это мой земляк, майор. В лагере он мной проверен и обработан. А он, в свою очередь, проверил и обработал нашу охрану. Откуда он так хорошо владеет немецким? Он родился в Елендорфе, недалеко от Генджи. Там было немецкое поселение. Его деду принадлежала половина генджинской губернии. Он будет служить нам. Ни за что. Не буду. Лучше расстреляйте. Расстрелять? Пули жалко, повесим тебя. Это еще что? Извините, майор, священного Корана не должна касаться рука человека другой веры. Это запрещено шариатом. Дайте воды. Эрика. Попавшие в плен азербайджанцы, грузины, армяне и прочие кавказцы, не пожелавшие сотрудничать с Великой Германией, приговорены к расстрелу. Кавказцы, 3 шага вперед. Вы же русский. Я бакинец. И вы тоже бакинец? Представьте себе, к тому же внук обрусевшего немца.
Эх, Салмаз, Салмаз. Богатур! Пускай роты! Уйдите. Перестаньте преследовать меня. Не забывайте, я немка. По вашим стопам хоть в ад. Нет, в Баку. В Баку дуют ветры. Ветры? Самый страшный из них хазри. Вот вы какой хазри. Здравствуйте, товарищ Вальтер. Наконец-то. Ночью тела убитых партизаны увезли в горы. Я не могу забыть лица этих людей. Глаза той девушки неотступно преследуют меня и как будто укоряют. Мне стыдно, что я немка. Очень хорошо. Значит, хазри встретился с Вальтером. Угу. Молодец, Азат. А Голубев? Голубев? Погиб. Дорого обошлась нам эта операция. Да. Эх, Володя, Володя. Что удалось выяснить в порту? Кроме руководства, почти никто не знаком с графиком движения судов. Что значит почти? Я говорю о диспетчерах, но они знают маршруты только своей смены. У меня есть предложение, внимание, товарищ полковник. Граждане, воздушная тревога. Воздушная тревога. Сначала посмотрим, что Вартбург скажет. Я должен сообщить вам, что по решению руководства вы поступаете в мое распоряжение. Запомните, то, что я делаю только для Германии. Для новой Германии. Не только для нее. Я не собираюсь спасать человечество. Но дисциплина обязательна для всех. Это что, приказ? Да. И самый жестокий, Эрика. Здорово. Привет. Азат, Керим, дети мои, я очень хочу, чтобы вы не только подружились, но и полюбили друг друга. В родном Баку, с помощью Аллаха, каждый из вас займет достойное место. Шифровка из Баку. Весточка от хазри. Вартбург принял ложный маршрут танкера Азизбека. Прекрасно. Ложную информацию мы давали каждому дежурившему диспетчеру. Знаю. Давали на протяжении 3 недель. Так. И за это время Штеллингером не было получено ни одного сообщения. А ведь уходили танкеры крупнее Азизбекова. Да. 15, а то и 20 тысяч тонн.
Видишь ли, Алексей Степанович, опасно и бессмысленно каждый раз информировать Вартбург о всех транспортах своей смены. Это был бы дилетант, а не разведчик. Он явно выжидал. И выжидал танкер с высокооктановым бензином. Изменить курс. Курс Норд-Норд-Ост. Есть изменить курс. Курс Норд-Норд-Ост. Есть курс Норд-Норд-Ост. На курсе. Русские истребители! С 20-22 сентября в Баку будет выброшен десант. Район, время? Пока еще неизвестно. Три группы диверсантов из школ Бальга и Аушвиц направляются в распоряжение бакинского резидента. Кто он? Это знает только Берлин. Ой. Сейчас. Четвертая группа возьмет на себя охрану промыслов и нефтеперегонных заводов. Угу. Кто возглавит ее? Шахмардек. Он же встретится с резидентом. Ага. Место выброски десанта, время, пароль, все это необходимо выяснить. И как можно скорее. Угу. А, пошла! Встретим его достойно, как подобает встречать Бека. Не забывай, основной нашей задачей остается Вартбург. В день, когда уходил танкер Азизбеков, дежурили три диспетчера. Вначале Манучаров, у него открылась рана. Вызвали Каштанова. Потом заболел Каштанов. Его заменил Абдулаев. А с Каштановым что? Легкие слабые, болеют часто. Ага, значит, трое. Что ж, проверьте, Алексей Степанович, и больных, и здоровых. Бог Троицу любит. Хазри дал нить, распутывайте клубок. Слушай, Богату, смена опять не приедет. Кто не может больше, пусть отдыхает. В такую погоду баркас не выйдет. Может, все-таки... Не будет смены. Надо сказать ребятам. Сейчас, мастер. Иди. Трое суток подряд. Как они выдерживают? Да, душу таких людей не дано понять врагу. Значит, здесь пройдет 10-й оборонительный рубеж? Да. Хорошо. Вартбург, думаю, им заинтересуется. Бесспорно. Бакинская нефть никому не дает покоя. А мне не дает покоя кошмарная мысль. Неужели, товарищ генерал, нам придется
своими руками... Война беспощадна. Но будем надеяться, что немцы не пробьются в Баку. Ну ладно, мне пора. Через 10 часов доклад в Комитете обороны. Да, как насчет вывода из строя буровых? Подготовлена каждая вышка. Только зачем? Мы умрем, но не сдадим город. У азербайджанцев есть хорошая поговорка. Осторожность украшает джигита. Для свидания могли бы найти более подходящее место. Извините. Стыдитесь. Вы немка. Идите, Эрика. Но я... И поменьше увлекайтесь экзотикой. Свободолюбивые горцы, мужчины и женщины, старики и дети, все как один поднимайтесь на борьбу с немцами, уничтожайте черных свиней Гитлера, которые не знают, что такое человеческая совесть. Вы нас, по-моему, уверяли, что на Кавказе все мусульмане будут верны великой Германии. Вот, ваши мусульмане. Будьте осторожны, майор. Это слова фюрера. Я знаю, но сожалею. Они еще не оправдали его надежд. Ваша главная цель, уважаемый Бек, предотвратить взрыв промыслов до прихода наших войск. Проклят этот палач Гитлер. Да, да. Спасибо. Бывший хозяин этого дома жив еще? Да, там живет, в старой крепости. А. Его знает эта девочка. Доченька, помоги дяде, он ищет соседа вашего. Проводи его. Идемте, дядя. Идем, идем, детка. Как тебя зовут, девочка? Чичек. А что Гасан-заде дома? Нет, он сейчас в музей, экскурсии водит. В каком музее? Во дворце Шерваншах. А-а-а. А вот и судилище хана. Голову подсудимого просовывали в отверстие каменного пола. Таким образом, судили только голову, как виновницу всех человеческих грехов. К
Кто меня спрашивает, Чичек? Это дядя. Кто вы? Назовитесь. А ты, быть может, меня по голосу узнаешь, Велибек. Боже мой, Шахмардбек, неужели ты? Сколько лет прошло? Это Чичек, дочка соседей, дай бог им здоровья. Да, славные были времена. Лучше расскажи, где ты пропадал все эти годы? Жил в Средней Азии. Постой, постой. Разве ты в 20-м году пароходом не отплыл в Пихлеви? По дороге нас перехватили. Отправили в Красноводск. Отобрали все, что было у нас. Ну и отпустили. Я попал в Среднюю Азию. Возвращаться сюда не было смысла. Сам знаешь, какое время было. Чем ты занимаешься? Слепой экскурсовод. Жаль, не могу в девичью башню подняться. Ключи от нее на стенке висят. Заржавели совсем. И ключ от подземного хода сохранился? Сын под Моздоком воюет. Невестка на оборонительных линиях. Пока, слава богу, все живы. Посмотри, вот Бахтияр, герой мой. А, это же покойный Ага Сали. А что его сын жив? Сарвар на заводе фруктовых вод работает, в Сабунчах. В город? Нет, в Сабунчи. В госпиталь. Шахмарбек в Баку. Скоро туда пошлют и Керима. Значит, мне не доверяют. Возможно, и следят за мной. Кто позволил? Какая наглость! Вон отсюда! Хорошо, что Эрика вовремя сообщила мне. Обер-лейтенант все перепутал. Я только хотел поговорить с вами. Прошу. Благодарю, господин майор. Бек-то уже там. Где? В Баку? Не взял меня с собой. Вот об этом я и хотел поговорить. Я в него верил, как в Бога. Ваш Бог думает только о себе. Вашего великого Низами для Европы открыл Гёте. Мы, немцы, широко смотрим на мир. Я люблю поэзию. Особенно восточную. Яркие краски, пестрота. Таинственность. Имей друзей поменьше. Не расширяй их круг. И помни, лучше близких вдали живущий друг. Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг. В ком ты опору видел, врага увидишь друг. Омар Хайям. Как верно сказано. Кажется, я попал в ловушку. Кто же? Кто? Эрика? Нет. Не может быть. Эрика. Нет, не она. Тогда кто же?
Оружие! Так вот ваша благодарность за честную службу. Учтите... Оставь его! ...что я кавказец. И оскорблений не прощаю! Убрать. Иди. Жаль, что я не могу вас расстрелять на месте. Да. Теперь Штеллингер будет заметать следы. Перетасует свои карты. И тогда все наши планы полетят к черту. Не сегодня-завтра его связной будет в Берлине. Мы его должны перехватить. Зашифруйте и передайте в центр. Слушаюсь. Подожди. Где бы я на месте Шахмарбека установил охрану? Вот здесь. Давай назад. Еще немного. И наверняка здесь. Он не теряет времени даром. Товарищ подполковник, как смог дядя Алибала узнать его через столько лет? Бек из своих рабочих столько крови выпил, что они его никогда не забудут. Партизаны! Партизаны! Чего медлите? Скорей! Скачите в горы! Азат! Азат!
Жара. Жара. Сахара. Пирамида. Жара, как в Сахаре. Пирамида. Огромный памятник поставили азербайджанцы этому русскому. Красной армии. Аминь. Пусть они уничтожат фашистов и превратят их в прах. Аминь. О, всемогущий Аллах, помоги нашим сыновьям. Оберегай их от вражеских пуль. Аминь. Чтобы они все возвратились домой с победой. Аминь, всемогущий Аллах. О, всевидящий Аллах. Земля больше не может терпеть злодея Гитлера, уничтожь его. Аминь. О, Аллах, пошли ему вечные муки в аду. Аминь. Аминь. О, великий Аллах, аминь. И в мечети проклинают Гитлера. Подожди меня здесь. Хорошо. Кто там? Это я. А, сейчас открою. Документы? Пожалуйста. Контузия? Ага. Поправляйтесь. Признайся, Вилли, после ваших особняков и вдруг такая комнатушка. Перемена не из приятных. Стоит ли ворошить прошлое, Бек? Мне ничего не нужно. Ну, а сын на мир глядит по-иному. У него свои убеждения, лишь бы ему было хорошо. Да будет воля Аллаха. Где армия Гитлера, знаешь? Да, знаю. Но ее остановят. А если не остановят? Этого не может быть. Все может быть. Разве мы с тобой когда-нибудь думали, что все наше богатство полетит к черту? Да это к чему? Дядя Вилли, мама спрашивает, что-нибудь еще надо? Нет, детка, ничего не надо. Иди играй. Немцы обязательно не сегодня-завтра будут здесь. И мы с тобой им очень нужны. Я знаю в городе надежных людей. Они нам, друг мой, помогут. Судьба Баку решена давно. И не здесь. Да-да. Как ты не понимаешь, Вилибек, вся нефть была наша, твоя, моя. А большевики? Послушай, Бек, я слепой, но и то вижу, что дали народу большевики. Все, о чем ты мечтаешь, это давно уже в прошлом. И твои нефтяные вышки, и твой дворец, и даже ты сам, мой любезный Бек. Еще не было такого случая, чтобы из небытия возвращались. Ты пришел ко мне с черными мыслями. Уходи отсюда. Мой Аллах, свидетель, ты подохнешь, как слепой пес от голода. Замолчи!
А то вот этими руками тебя задушу, заставлю навсегда замолчать. Что, с ума сошел? Отстань! Отстань от меня! Им живей пошли отсюда. Патруль. Ой, где же мешочек? Где он потерял? Никак не пойму, почему он вместо Корана эту штучку носит. Разрешите, Алексей Степанович? Смотри-ка. Сентябрь на дворе, а дышать нечем. Жара. 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 Азат, жара. Жара, Сахара. Жара, как в Сахаре, пирамида. А вот и пирамида. А вот и пирамида, Алексей Степанович. Ты все вспомнил, Азат? Да. Жара, как в Сахаре, а вот и пирамида. Последние ее слова, Алексей Степанович. Возможно, это пароль. Итак, нам известно, что в Баку должен быть сброшен десант. Да, 4 группы. 3 предназначены для диверсий. И 1 для охраны промыслов. Задача у нее самая ответственная. Не зря ее возглавляет сам Бек. Но все операции, видимо, руководит кто-то другой. И этот другой давно уже здесь. Ему необходимо подготовить условия для выброски десанта. Значит, Бек обязательно с ним встретится? Теперь мне ясно. Соединенная половинка и пароль при встрече. Половинку Бека надо ему вернуть. В ближайшие дни он в дом Гасан-Заде не пойдет. Побоится. Но рано или поздно кто-нибудь туда явится. Если возьмут, значит, мы правы в своем предположении. Вот тогда мы сыграем на их пароле. Словом, тебе надо готовиться к встрече. С Беком? Но я же в горах у немцев, Алексей Степанович. Не волнуйся, мы спустим тебя с гор. Наше тело творческое. Встретишься не с Беком. Он у нас в руках. Пойдешь на более важного зверя. Проверим пирамиду с Сахарой. Мне кажется, что есть такая же половинка и у резидента. А он ходит где-то среди нас. Хорошо, хорошо, сейчас запишу. 18, 21, 16, 16, 16. Возьми. 15, 31, 23. Ах, негодяй! Танкер горит! Товарищ Каштанов! Отстань, Кирсова, полегуешь! Тушить надо! Господи, что делается? Горит, горит! Браток, давай к танкеру, скорей! Под самым твоим носом. Чем вы там занимаетесь? Продолжай. Слушаюсь. Итак, Манучаров. В порту 15 лет. С первого дня войны был на фронте. Тяжело ранен под Москвой. Ясно. Каштанов, инженер из Майкопа. Эвакуированный. Характеристика подтверждена майкопским подпольем. Вот ответ на наш запрос. Абдулаев? 3 похоронки.
Потерял 3 сыновей. Наши люди, Алексей Степанович. Наших 2. А 3-й враг. Но кто из них? Кто? Манучаров? Абдулаев или Каштанов? Товарищ подполковник, я знаю этого человека. Мы отступали вместе. Он на моих глазах подбил немецкий танк и плакал от радости, как ребенок. Хм. А может, он плакал от обиды? Где он сейчас? Должен был уехать на 10-й участок. Именно там ожидается выброска десанта. И встреча с резидентом. Значит, плакал, говоришь? Придется сыграть в пирамиду с твоим старым знакомым. Держи. Спасибо. Давай. О, кого я вижу! Как я рад! Здравствуйте. 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 Как поживаете? Понемножку. Верно говорят, гора с горой не сходит, а человек с человеком. Обязательно встретиться. Фу, жара, как в Сахаре. Ну, я пошел. Концерт начинается. Жара, как в Сахаре. А вот и пирамида. Что передал майор Штеллингер? Майор погиб. Вартбург принял полковник Отто Вебер. Хватит. На этой неделе будет сброшен десант. Сколько групп? 4 по 40 человек. Руководители групп Восток, Север и Юг явятся к вам.
Ко мне явится и руководитель Запада. Нет. Запад поступит под команду Бека. Верно. Сигнал к выброске десанта знает только... Хватит, хватит. Сигнал начала операции находится здесь. Передашь его Беку. Я? Да. Вместо меня навстречу к девичьей башне пойдешь ты. Пароль тот же. Прошу. Словно тайный гнездо над Кузгуном, наклонясь у прибрежной косы, предается в унынии думам молчаливая гысь голосы. Вера, не отставай. Старуха ты, что ли? Скажи, отец, где тут перевальная улица? Не знаю, у другого спроси. Помогите нам найти им. И с Моздоком, и с дочкой. Не местный я, иди. Где же нам ее искать-то? Слушай, парень, не знаешь, где перевальная улица? А, перевальная? Ага. Там. Сигнал выброски десанта. Ага. Серенада Моцарта, радио Афин, средняя волна за сутки до операции. Еще раз свернешь налево, за мной следят, не трогайте их. И перевальную. Ага, дай-ка поняла. Поговорить. Что рот разинула? Пошли, кому говорят. Эх, бестолковая. Иди, иди, не отставай. Серенада Моцарта. Радио Афин. Средняя волна за сутки. Спасибо, вы свободны. А где он сейчас, ваш жилец? Там, где все Гитлеру могилу роют, хоть и нездоров. Василий Васильевич нам как родной. Он ведь последнюю весточку принес нам от бедняжки Салмаз. Родная моя доченька. Ну чего ты, жена? Лучше чаем бы гости напоила. Хорошо. Так. Сейчас принесу. А вообще-то моя старуха права. Просто не знаю, что бы мы без него делали. К сожалению, мне надо уходить. Я понимаю. Я должен предупредить вас. Он опасный человек. А? Не доверяйте ему. Будьте осторожны. До свидания. До свидания, дядя Либала. А где же гости? Куда они ушли? Сукин ты сын. Погоду рыбку не половишь. Холодно. А меня пот прошибает. Жарко. Жара, как в Сахаре. Кто еще знает о вашем приезде в Баку? Знал. Гасанзаде. Мир праху его. Что вами сделано, уважаемый Бек? Не так уж мало. Мне известен порядок охраны промыслов, дороги и подходные пути. Это не самое главное. Еще есть планы заводов, выпускающих высокооктановый бензин. И это все? Мы, восточные люди, немного медлительны. Вы поймите, у нас свои законы. Закон нашего века — скорость, Бек. Было бы у меня человек 300. В чем же дело? Город ваш. Берите сколько хотите. Нет людей. Нет их. Разве я мог подумать? И это вождь национального движения. Все не так просто. В Сталинграде мясорубка, а ручку крутит армия красных. Не падайте духом. Вы же у себя дома. Это уже не прежний Баку. Итак, слушайте меня внимательно. Ваша основная задача — люди. Ходите по городу, знакомьтесь, разговаривайте, узнавайте настроение людей. Наконец, влияйте на них.
Волге, у Сталинграда решается судьба страны, судьба Баку. Началось. Началось. Да. Значит, завтра в 24.00. Оперативные отряды в готовности номер один. Еще раз все проверьте. Продумайте каждый свой шаг. Чтобы ни одного гада в Баку не пропустить. Говорит радио Афин. Уважаемые радиослушатели, исполняется серенада Моцарта. Город спит. Да. И никто не подозревает, как тревожен его сон. Да, слушаю. Выброска началась. Берем голубчиков. Из Баилова. Угу. Да. Что? И взрывчатку? Молодцы, молодцы ваши товарищи. Выполняйте. Немедленно высылаем. Соедините меня с кусары. Что? Да подожди. Ну что? Не отвечает. Все. Десант погиб. Связи с Вартбургом нет. Берлину не до нас. Мы завязли в Сталинграде. Вермахт не пробьется в Баку, это факт. Оставить нефть врагу? Нет. Нет, нет. Это самый крупный объект. Как только он будет взорван, сработаешь ты. Там все готово. Он пойдет с тобой. Я превращу Баку в пылающий факел. Где он? Куда ты? Стой! Стой! Стой, говорю! Стрелять буду! Останови! А, черт! Эй! Останови! Останови машину! Спасибо! Скорее в город! Там человек не могу, умирает! Не могу, не имею права! Я слышал два выстрела. И я не глухой. А ну гони в город, сообщи кому надо. А как же... Выезжай скорей. Я кому сказал? Сообщите немедленно. Мерзавцы! Иди. Клади. Только осторожно. Развязывай.
Постой. Ты, кажется, говорил, что собираются взорвать промыслы и что нельзя этого допустить. А теперь взорвать их решил моими руками? Это же все мое, понимаешь, мое. Так надо, не теряй времени, действуй. Нет, не могу, не буду. Трусливый щенок, делай то, что тебе говорят иначе. Нет, хватит с меня. Долго я терпел, всю жизнь мне исковеркал. Ты не человек, ты сатана, сатана. Сыночек мой, нельзя так говорить. Не подходи ко мне, сатана! Вцепляйся в преисподнюю! В преисподнюю не я угожу, а ты. На моей душе грехов не так уж много, а по тебе давно скучает ад! Внимание, слушайте, слушайте, внимание. Приказываю быть в готовности. Сейчас мы начинаем операцию. Ровно через 30 секунд. Еще одно слово, буду стрелять. Нашел время для шуток. Брось оружие. Ты не посмеешь, мерзавец. Посмею, господин майор. Встать! 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 Ты еще пожалеешь. Руки! Руки вверх! Схватили мерзавца Каштанова. Это не Каштанов, а майор Цигель. Он убил Каштанова и взял его документы. Уведите. Иди. Ты что толкаешься? Куда лезешь? А только тебя не хватало. Не видишь, что люди стоят? Ну и вид у него. Что это с ним? Боже, как его изменили. Бедный. Поднимайся. Товарищ, одну минутку. Что он сделал? Кто он такой? День за днем, за годом год, жизнь идет, бушуя и трубя. Нам выдан трудный путь, и нас не упрекнут, что умели мы беречь себя. Грозный час в родном краю, нам опять, товарищ, не до сна. Еще не кончен бой, но верим мы с тобой, повернется в город наш весна. Снова дороги, снова тревоги, ветер жестокий, крики чаек над волной. Пусть нам порою трудно с тобою, не желаем судьбы иной. Каждый мир, час, приближать победу мы должны. И вспыхнет окна свет, и ночь сойдет на нет, и настанет мирный день страны. Снова дороги, снова тревоги, ветер жестокий, крики чаек над волной. Нам порою трудно с тобою, не
и желаем судьбы иной. Снова дороги, снова тревоги, ветер жестокий, крики чаек над волной. Пусть нам порою трудно с тобою, не желаем судьбы иной, не желаем судьбы иной.